Поздравлений за хлебосольным столом историко-культурного центра в этот день звучало много. Среди первых слова благодарности тем, кто строил видное, сказал глава Ленинского района. Это ваш вклад в такой необычный город, и других городов в Москве подобных просто нет. Это уникальная архитектура. Собравшиеся вспоминали, с чего все начиналось, как среди полей и лесов постепенно поднимался город. Об этом в 66-м году прошлого века был снят документальный фильм. Этот подмосковный городок называется Видное. Таких в нашей стране сотни. А мне он дорог, потому что я здесь вырос и прожил всю жизнь. Валентина Николаевна в ту пору работала крановщицей башенного крана. Она видела город в самом начале строительства. Тогда, в 48-м, все выглядело иначе. На улице Школьной поле Жуковское было. Поле Жуковское, и все. Около Искры пруд, который, это вот было все деревня. Благодаря труду таких, как Валентина Николаевна, обычное поле превратилось в одну из главных достопримечательностей города. Я больше всего влюблен в улицу Школьная, которая идет до Советской. Поверьте, что данная улица привлекает взгляд многих, впервые побывавших в городе Видное. Что за застолье без песни? В ИКЦ их было много. Ведь поздравляли первостроители и артисты Ленинского района. А какой лучший подарок от артиста? Конечно же, песня. Были и холода под минус 30 градусов и зной, но стройка не останавливалась. Не из того теста сделаны эти люди, чтобы бояться жары или морозов. Где была возможность, горячую воду подключали, и были и в валике, и в бытовках, и возможность столы можно было поставить и покушать. Видное строится и сейчас, как и в любом развивающемся городе, стройка не заканчивается никогда. Тут появляются новые улицы и микрорайоны. Этому развитию нет конца, а начало оно есть. И положили его вот эти люди. Я Кремнев Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.